Здорово, народ! И сегодня у нас с вами новая неделя с МКшками. Ну и, кстати, я нахожусь на аккаунте моего подписчика, одного человека. В общем, этот человек попросил меня рассказать о его телеграм-канале, где он продает вещи по метро Рояль. Ну и сейчас мы с вами заходим в его инвентарь, и как мы видим, то, что здесь находится очень много всего. Это не считая того, что он все продал, потому что, ну, потерял, продал, раздал, в общем, что поделать. У него имеется 338 слитков, которые он успешно нам доверил продать. Ну и, кстати, у него есть на счету 94 миллиона. И ранг у него, кстати, легендарный. В общем, вы сами все видите, это реально круто. Поэтому, как бы, ссылочка будет в описании. Заходите, покупайте, и вещи у него в следующем сезоне точно будут. Ну а сегодня мы с вами зашли сюда, чтобы пооткрывать лотерейный набор с МК-14, Стальной фронт и Кобра. Ну и, конечно же, давайте сразу же просто немедленно приступим, посмотрим, что с этого выпадет. У него, кстати, не так уж и много места в инвентаре, чтобы нам покупать сразу же там по 100 штук. Поэтому будем где-то по 30-очке покупать и сразу же продавать. Давайте, Стальной фронт, 30 штук, погнали. Ага. Плохое начало, ребят, очень плохое начало. Кстати, 30 штук, это у нас 750 тысяч, то есть... Они улетают. Такс. Ага, вот так вот. Ну, ребят, ну это реально разводняк. Ну, в принципе, конечно, может быть, нам повезет чуть-чуть позже, но... Блин, 1,5 миллиона. И получается так, что мы уже потратили примерную сумму самой этой МКшки, потому что она стоит именно 1 340 000. Ну и как бы мы уже не очень-то и окупаемся. Давай откроем вот такой вот. Мина. Давай, удача. 750 тысяч. Одна МКшка есть. Одна. Но у нас ушло 2 миллиона метра валюты. 2 миллиона. Не знаю вообще, как судить, но это разводняк. Конечно, с брониками было немножко по-другому, но опять же, вы писали в комментариях, что... Вам тоже иногда за 3 миллиона вообще не выпадало ничего. Ну, кому-то просто выпадало. Это тоже бывает. Конечно, МКшек и Стальной фронт у него, в принципе, хватает. Но так как деньги есть и деть их особо некуда, мы будем открывать на кругленькие суммы. Погнали еще раз. О, о, я думал, все не выпадет, а тут опа. Ну, теперь мы в окупе. К тому же, когда выпадают синие МКшки, мы можем их продавать, и тем самым у них, в принципе, 40 тысяч окупается. Ну, хотя бы что-то. Как минимум, 1-2 ящика. С этого уже можно окупить. Так, погнали еще раз. Я хочу выбить еще больше МКшек. Потому что потом будет что-то интересное. Так. Ладно, в этот раз не везет. Кстати, заметьте, нам с Кобры выпало сразу, а с ящика с остальным фронтом почему-то не выпадает прям совсем. Похоже, что МКшка Стальной фронт намного лучше. Ну или как минимум так думает игра. Ладно, давайте еще раз, потому что надо выбивать. Так, ладно, есть одна. Это уже хорошо. Давайте сейчас все продадим и давайте сделаем... Так, мы откроем сразу же. Так, давайте откроем 40 штук. У нас есть 40 мест, поэтому открываем 40 штук Стальной фронт. Даже вот так вот. Ну ладно, вот так вот. 40 штук полетели. Одна. Ну, это в принципе 1 миллион и одна МКшка за миллион. Это нормально. Это как бы норма. Наверное, нужно нам все продать и еще раз открыть 40, потому что ровно по миллиону открывать, наверное, прикольней. Ну и как минимум легче следить за растратами, потому что у нас уже есть, в принципе, 4 МКшки, но потратили мы уже 4 миллиона. Так-то, в принципе, мы окупились. Давайте еще раз. Бац! Две МКшки! Две МКшки Стальной фронт за миллион. Офигеть! Ну, ребят, это... Нам везет. Так, продаем ненужный нам хлам. У нас, кстати, забилось место. Думаю, в принципе, можно продать и все вот это вот. Ну и давайте, знаете, что мы сейчас делаем? Мы сейчас продадим слитки. 338 слитков.
Просто представьте, вот вы крутим и смотрите на эти деньги просто. 200 тысяч, миллионы, 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 и у нас 67 миллионов метров валюты. Я вообще не знаю, как бы... По сути, 338 штук это не так уж и много. В принципе, если ты играешь каждый день и заходишь в игру, просто-напросто заходишь в радиацию, выносишь там слитка 1, 2, 3, 4, и так делать хотя бы один раз в день, то у вас уже будет как минимум сотка слитков. Но тут, в принципе, не так уж и много, но посмотрите просто на эту сумму денег. 67 миллионов. Давайте просто продаем, и мы становимся самыми жесткими миллионерами. Офигеть просто, смотрите, сколько нулей. И теперь у нас на счету уже не 100 миллионов, а 150 миллионов. Ну и, конечно же, мы попытаемся эти 150 миллионов когда-нибудь потратить. Ладно, в общем, возвращаемся к лотерейному набору. У нас снова освободилось 50 мест. Ну, 50-40. И давайте снова покрутим стальной фронт. Такс. Да, есть МКшка. Когда мы крутили за миллион, заметьте то, что нам выпадал лут получше, потому что мы крутили за 750 тысяч вначале, нам ничего не падало, а сейчас сразу же начало сыпать. Похоже, что игра подумала такая, ой, да он много тратит, давай-ка я ему сейчас надаю. Но давайте покрутим еще кобру. Конечно, я не буду сливать все 100 миллионов, это вообще бредняк, и весь инвентарь забивать такими МКшками, это очень глупо. Хотя, мы это сможем сделать, это 100%. Ну что ж, кобра пошла. Смотрите, 6 прицелов. За миллион нам не выпала кобра. Печаль обида, но вообще расстраиваться как бы это полный бред, потому что у нас уже и так нормальный окуп идет. Хотя, тратя деньги, я вообще не замечаю, сколько у нас потратилось. Но, думаю, еще покрутить точно можно. Это 100%. Мы можем, наверное, в принципе, покрутить вот это вот. Но я думаю, то, что это бессмысленно. 8 миллионов как бы. Ну, давайте крутанем просто ради прикола. 10 штук. И что с этого нам выпадет? Итак, 2 уга, стальной фронт. Берил высшего, гроза, кобра. Вектор выше... Фу. Стальной фронт. СКС высшего. МКшка, кобра. Ну, конечно, за 8 миллионов это жесть. Вот не крутите этот ящик, это... Ребята, это хлам. Честно говоря, вот это вот просто хлам. Я не думаю, что этому игроку нужно вот именно вот это вот. Поэтому я сейчас это все обдело продам. Ему это 100% не нужно. Ну и миллион как-то, ну... В общем, вообще не советую это. Все, фигня, крутите лучше вот эти вот наборы. С них хотя бы падает. 40 штук, стальной фронт, полетел. Такс. Ага. Смотрите, нам уже за последние 2 миллиона ничего не выпало. Ну, как говорится, раз на раз не приходится, но хотелось бы, чтобы везло всегда. Хотя хотелось бы, на самом деле, вот честно, хочу увидеть, чтобы за миллион нам выпало сразу 3 МКшки. Лучше вообще 4. Ну, кстати, если кому-то так выпадало и вы крутили, то обязательно напишите в комментариях, а лучше вообще скиньте мне скрин. Конечно же, ссылка на меня будет в описании. Погнали еще. Даже немножко подлагала. Одна МКшка, в принципе, нормально. Я думаю, нам стоит докрутить до 140 миллионов. А потом остановиться, потому что куда столько МКшек вообще? Хотя, в принципе, куда нам еще деть деньги, я вообще как бы не знаю. Ну и крутить, конечно, это тоже глупо. Но давайте все равно это сделаем. Погнали. Миллиончик улетает. Ну, зато мы имеем еще одну МКшку. Хотя, на самом деле, бы лучше бы разработчики в такие ящики добавили что-нибудь похожее, чтобы сразу все утилизировать. Потому что заходить каждый раз и вот так вот тыкать, ну, как-то некомфортно. Добавили бы сразу, чтобы вот так вот можно было зайти, крутануть. Вот так вот, 40 минут ставим, бац. И все это вот так бац-бац в утиль как бы убирается, и все. Ну, кстати, МКшка нам опять не выпала. У нас уже этих МКшек просто гора. Нам их уже просто-напросто некуда деть.
Ну что ж, мы на этом не останавливаемся. Я хочу еще МКшек Стальной Фронт, потому что они бывают довольно редкими. И, кстати, вот нам еще одна выпадает. МКшка Стальной Фронт. И у нас уже, кстати, кончается место. Поэтому нам нужно все-таки что-то все продавать. Кстати, если кто не знал, то 150 мест в инвентаре — это максимум. То есть больше, чем это, вы просто-напросто не сможете сделать. Так, давайте мы зайдем куда-нибудь сюда и положим что-нибудь в инвентарь. Конечно, много мы точно уже не запихаем. Ну, вот шлема, в принципе, почему бы нет? Ну, конечно, тут неплохо получается. Вот так вот. Ну и погнали еще. Кобру. Теперь кобра за миллиончик. Давай, две МКшки кобра. Так. Одна МКшка кобра. Ну, в принципе, нормально. Конечно, интернет не зависает, но все же мы на что-то способны. Кстати, не забывайте написать в комментарии, что все-таки выпадает вам, крутили ли вы, потому что конец сезона, я думаю, то, что многие сейчас именно полетят на эту МКшку. Ну, так как она все-таки редкая, и до конца сезона она была прям вообще непонятной. Поэтому, в принципе, как бы, ну, в общем, продолжаем. Так, в этот раз нам снова выпадает МКшка, то есть, в принципе, за каждый миллион где-то приблизительно должна выпадать одна МКшка. Конечно, бывало то, что нам выпадало две МКшки, ну и бывало такое то, что нам не выпадала ни одна МКшка, но, опять же, это где-то так суммируется и получается где-то равномерно. Так, у нас еще 3 миллиона на эти МКшки, давайте... Конечно же, их потратим. 40 штук, Стальной Фронт. Полетел. Так, 6 шлемов первых. Да, есть МКшка. В общем, как я и говорил. Так, это не продаем. Еще миллиончик полетел. Так, пугающий момент, и у нас в этот раз нету МКшки. Ну, давайте все-таки продадим все остальное и докрутим еще на 1,5 миллиона, чтобы у нас получилось где-то 140 миллионов. Капец, ребят, представьте, просто 140 миллионов. И вот просто сейчас возьмите и вспомните ваш инвентарь, и что у вас имеется, и сколько денег у вас на балансе. Ну и просто вот сравните и немножко очумейте. Так, полетел еще миллион. Кобра, МКшка имеется? Имеется, конечно же, есть. За миллион почему бы нет? Но, кстати, вот сейчас я и кручу, и замечаю то, что нам начало сыпать немножко меньше. То есть на каждый миллион нам сыпят по одной штуке. То есть уже нету по две штуки. И получается примерно так то, что нас уже начинает немножко разводить. Так, погнали. Последнее. Кобра. Давайте чуть-чуть сбавим, 35 откроем. Я думаю, нам МКшка-то должна выпасть. Такс, здесь ее нету. Ну и здесь ее нету. Ну, в общем, под конец игра решила, что нужно нас все-таки немножко обмануть, потому что сыпала в основном к 1 миллиону у нас выпадала одна МКшка. Ну, считайте, что в плюсе вы оставались где-то на 400 тысяч метровалюты. Конечно, это не очень-то много, но все-таки приличная сумма. И выиграть такую сумму было бы вообще круто. Но, к сожалению, игра решила, что вы не хотите ее выиграть. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео, потому что МКшек мы выбили просто гору. Это прям, посмотрите просто на это чудо. Просто кайф. Просто мне нечего сказать. В общем, на этом все. Не болейте. Пока. А, ну не забывайте поставить лайк, подписаться, если вдруг вы этого еще не сделали. Пока.